Локи, да? Надо сказать, это почти забавно. Это была его комната. Его? Моего брата. Брата? Моди. А, брата? Правда? А, я и не знал. Ага. Она твоя. Привыкай. Труд Торсдоттер. Выдыхай. Заменить тебе его будет несложно. Без него только лучше, Локи. Поверь. Идем со мной. А ты забыла меч? А, кто-нибудь уберет. Так а что это за меч такой? Он новый. Других таких нет. Отец подарил для обучения с валькириями. Ты хочешь стать валькирией? Могу рассказать по дороге в большой зал. Но если тебе пора, иди вниз по лестнице. Кабинет деда там. Это моя комната. Раньше тут жил Магни. Считай, меня повысили. Не беспокой Форсетти. Он весь в работе. Хорошо. Как вернешься, зайди. Увидимся. Да, я понимаю. Да. Видишь, как я киваю и говорю, да, понимаю. Да, ясно. Угу. А. Пойми, это ты меня перебиваешь. Нет, Хугин, мне не надо прочистить уши. Просто перестань каркать и выслушай то, что я сейчас тебе скажу. Я просто смотрел на него. Это старье? У меня он с... очень давних пор. У тебя есть имя? Ингрид. Правда? Ну, почему нет? Возьми, если он тебе нравится. Правда? Считай, награда за труды. Спасибо, я серьезно. А еще говорят, что я плохой. Давай, пошли. Не за что. Локи, пойдем со мной. Никто меня не понимает. Думаешь, я ищу войны, власть, богатство? Нет, это все не то. Знаешь, что я ищу? Чего я в самом деле хочу? Ответов. Прямо как ты. Понимаешь, у смертных все просто. Когда у них возникают какие-то важные вопросы, они смотрят на нас, и жизнь обретает смысл, божественная благодать. Тот еще фарс. Но если вопросы возникают у нас, зачем мы здесь? Чтобы давать смысл жизни смертным, а самим жить без него? Нет, мы нечто большее. Я нашел тому доказательство.
Кто это? То, что ведет меня. Ты чувствуешь, так ведь? Словно знание, правда. Истина. Все ответы. Можно узнать, зачем мы здесь, узнать, как изменить судьбу, остановить Рагнарёк, может, а также спасти своих близких. Как? Я нашел его еще в юности. Целую вечность его изучал, хватался за самые тупиковые подсказки, искал и, наконец, отыскал это. Ты видишь, такая же странная энергия. Появилась щель. Может, заглянем внутрь? Я бы не советовал. Так зачем обломок маски? Узнаешь какую-то надпись? Не из девяти миров. Тлеет обсидиан Испита. Из тлеющей земли и искры вулкана и поля не случившейся битвы. Ты уверен? Если это подсказка, то я ее понял. И что там? А ты помогай мне, и узнаешь. Не надо никого убивать, не надо предавать ни отца, ни себя. Давай, ты ведь тоже это ощутил. Все ответы там, получим их. Ты ведь с такой легкостью перевел этот язык. Если я помогу, что дальше? Тор, иди сюда! Все, отец. Не делай так! Дальше надо найти след. Возьми маску и эту бесшумную тушу, и посмотрим, что будет. Я могу не справиться. Чепуха. Ну, удачи. А ты не задирай его, понятно? Муспельхейм? Другая часть маски здесь? Все, отец отправил нас сюда. Значит, здесь. Ты бери маску и делай свое дело. Так и куда мы идем? А я, мать твою, откуда знаю? Все, отец считает, ты знаешь, что делать. Так делай. Еще дно. Кажется, надо пройти за этот камень. Я его поднял. Этими ручонками. Посмотрим, на что способен Локин со своей зубочисткой. Что-то ты медленно. Ты мог бы помочь. Стёпа! Даже не думай вставать. Ну и куда нам надо идти? Я гляну. Смотри, вон там уступ. До него можно дотянуться, если... Это долго.
Эй! Нельзя вот так хватать людей! А что же мне было делать? Кинуть тебя? Но все впереди. Нам нужно миновать эти камни. Ты не мог бы... Ага, спасибо. Только представь, что он делает с костями. Кровавый долг, да? А как же великаны, которых убил ты? Они были моей роднёй. Тамур, Грунгнир, они ведь тоже твой народ. Великаны были плесенью на девяти мирах, и я упивался каждой смертью. Давай сменим тему. Знаешь, когда мы были тут с отцом, мы смогли пройти все испытания Сурта. А ты бы... Меня не одурачишь. Алка! Да, надо вернуться к Тору. Ты же вроде сказал сюда. Да, я просто хотел глянуть, что там. Нет, нам не сюда. Ого, это что, наковальня? Если там ничего, идем дальше. Ну же. Из-за этой сломанной деревяшки. Слушай, ясно же, что в одиночку никому из нас не справиться. И я тоже хочу уважить все отца.
пусть я тебе не нравлюсь, но мы должны друг другу доверять. Хоть немного. Доверять? На мой взгляд, недостаточно жестоко. Не хочешь присоединиться? Нет, я тебе доверяю. Нет, вряд ли сюда. Эй, парень, куда указывает маска? Почему-то мне кажется, что маска направляет нас не туда. Маска тянет туда. Надо придумать, как спуститься. Конечно. Я тебя не дурачил, кстати. Испытания очень веселые. Ты вообще умеешь веселиться? Твоя дочь на тебя совсем не похожа. Она была... Посмотри на это. Как будешь готов. Ты что? Стоп! Святилище Сурта! Эй, ты там как, не помер? Думал. Что ж, очень плохо. Испытание как раз за этим утесом. Ты бы мог пройти их вместе с трудом. Сперва разберемся здесь. Да ладно, Тор! Вот так. Только попробуйте. Ты что, устал? Конечно же нет. Не тут. Вот
так. Только попробуйте. Разумеется, нет. Дурак! Ёпа! Попробуйте! Ты что, устал? Конечно же нет! Ёпа! Парень, бери вон того! Волгер! Испугался? Разумеется, нет! Дюратра! Только попробуйте! Ты что, устал? Конечно же нет! Это слишком просто! Разумеется, нет. Ява! Парень, бери вон того. Один! Ладно, чуть-чуть испугался. Помогать-то будешь? Да, времени мало, но так уж и быть. Эй, ну и трюк. Ялфа! Отец ждал тысячи зим. Подождет еще немного. Это весело. Ладно. Жди прямо тут. Хорошо.
Это займет его ненадолго. Надеюсь. Мне нужно достойное испытание. Теперь к святилищу. Пока Тор занят, доберусь до святилища. Эй, Ингрид! Ты веришь, Асу? Я так, конечно, не верю. Мне просто нужно, чтобы они поверили мне. Но так будет только, если они решат, что я верю им. Да. Заходили сюда с отцом, когда в прошлый раз были в Муспельхейме. Будто в другой жизни. Вот оно. Куда они лезут? Ялфа! Ну что, пора идти. Ангербода? Знаешь, по-моему, для настоящего воина ты просто невероятно пуглив. Я не... Что ты здесь делаешь? А девушке нельзя просто заглянуть в святилище? Ты пришла за камнем Сурта. Возможно. Ты решила искать камни великанов. Знаешь, на что это похоже, да? На историю жизни одного из моих родичей. А еще, пожалуй, на кладовую. Нет, это скорее похоже на вызов судьбе. А, кстати, ты-то здесь зачем? За своей историей. Это тебе Один дал? Да нет. Ну, да, но это не... У меня нет с ним дел. Я не расскажу ему про Ярнвид, если ты об этом беспокоишься. И я уж точно не служу ему. Слова пророчества не мои. Мне нужно найти камень. Хочешь, можешь помочь? Хорошо. А ты точно готова вот так нарушать правила? Нет пророчества о том, что ты будешь собирать камни. Наши истории еще не дописаны, так? Пошли, герой. О, привет. Разумный меч. Еще один камень. Это Сурта. Но души в нем нет. Значит, он еще где-то там. Помнишь, мы говорили об оставшихся великанах? Ты иногда думаешь о них? Все время. Они где-то далеко, далеко от Одина и Тора. Но мне любопытно, в какие земли они ушли, какие моря переплыли. А что? Я хочу найти их. Я спасу отца, а затем найду их. Начинается. Кто это? Ну уж точно не Сурт. Смотри, сколько снега. Синмара?
Никогда про нее не слышала. А вот и Сурт. Ого, наверное, была та еще битва. Да, а потом... закончилась? Они остановились? А, нет, смотри. Просто они сражались вместе. Похоже, даже стали друзьями. Очень близкими. Они что? Да, я так думаю. О, ну... рада за них. Кажется, любовь соединила их и превратила в какое-то огромное создание. Рагнарёк. А потом... Рагнарёк уничтожит Асгард. Ну да, я видел в святилище Гро. Да, это было... познавательно. Кстати, помнишь змею, которой мы скормили душу? Это я забыть не смогу. Я ее видела. Она растет. И куда быстрее, чем обычные змеи. Да, чего-то такого я и ожидал. Ха. Я задержусь тут. Не хочу, чтобы твой друг увидел, что великаны еще остались. Конечно. Только будь осторожнее. Пожалуйста. Ты тоже, Локи. Эй, Ингрид! Кажется, Тора убила. Вы думали, что можете победить бога Грома? О. Конечно. Признаю, это было весело. Я оставил позади себя горы трупов. Они падали, как подкошенные. Лава снова багровая от их крови. Здорово! Не хочешь помочь? Пройди ты сам эти испытания. Тебе бы моя помощь не понадобилась. Или ты только смотрел за отцом? Конечно. Признаю, это было весело. Я оставил позади себя горы трупов. Они падали, как подкошенные. Лава стала багровой от их крови. Здорово! Не хочешь помочь? Пройди ты сам эти испытания. Тебе бы моя помощь не понадобилась. Или ты только смотрел за отцом? Представить себе не можешь, сколько я их перебил. Это было грандиозно. Думаю, ты прав. Труд бы это понравилось. По крайней мере, она бы справилась получше тебя. Ха-ха.
Мне казалось, ты неплохо держался. Я тебе доверял. Ну, куда теперь? Сейчас гляну. Нужно пройти через врата. Тор. Ну как, впечатляет? Просто божественно. Ты же и есть бог. Вот именно. И я тоже. Это здесь. Вот это место. Ну и где же оно? В лаве? Не знаю. Нет! Зараза! Дам тебе добрый совет. Не суй руку в лаву. Будет больно. Я не подумал. Хорошо. Мне так больше нравится. Ладно, уходим отсюда. Локи, больше не вздумай меня дурачить. Ты нормальный парень, но все-таки великан. И твоей смертью я тоже буду убиваться. Локи, разлом стал ярче. Смотри, ты справился. Да, теперь одну фразу можно прочитать. Прямо целиком. А перевести? Пока нет. Есть у меня теория. Если найти все остальное, она поможет посмотреть туда и не потерять глаз или что похуже. Согласись, мы отличная команда. Правда? Правда? Мы отличная команда. Прямо как ты, Бальдер. Вы хорошо себя вели. Тор молодец. Я многому научился. Научился у него? Неужели? Так-так. Какой же это был урок? Никакой. Чему я мог его научить? Именно. А, вот значит, куда они делись. Впрочем, я уже догадывался. Передумал? Я сам не знаю, зачем пришел в Асгард. Но понял, что не хочу быть шпионом. И будь уверен, ты можешь мне доверять. Но чтобы я справился, я должен доверять тебе. А доверие надо заслужить. Возьми, доделаешь дело, если решил остаться. Объясни мне, что именно ты там ищешь. Переведешь надпись, я все расскажу. На этот счет, юноша, не сомневайся. А ты всегда так строг к Тору? Ты как будто зол на него за что-то. Ох, какой любопытный. Хочешь про личное? Да нет, я понимаю, но все не совсем так. Дело в том, что по-другому он не понимает. Серьезно. Попробуй к нему быть со всей душой. Увидишь, чем кончится.
Это же греческий инструмент. Может, его привез Тюр? Сколи хати! Эх, мне бы такую! А насчет меча? Ингрид имя души, обитающей в нем? Интересно, почему я ее не слышу? Душа? Кто говорит о... Слушай, сынок, хочешь совет? Не вздумай разговаривать со своим мечом при посторонних, ладно? Пойдут слухи. Постараюсь не думать о летающих камнях. Ты вернулся! Ну как, отец вел себя хорошо? Да, в смысле, пожалуй, лучше, чем я ожидал. Это меч из кабинета дедушки? Ага, это Ингрид. Привет, Ингрид. Ого, все отец, похоже, правда тебе доверяет? Я рада, что тебе удалось пережить первый день. Да, я тоже рад. Завтра поговорим о валькириях. Конечно. Да, чудной выдался денек. Именно. Хороший станок. Чтобы улучшить.
Доброго утра, брат. Боюсь, новостей нет. Есть идея. Вот оно что. Норны. Ты же их нашла. Можешь найти снова? Возможно, но... Я не понимаю, зачем. Они богини судеб в этих землях, так? Пусть расскажут, что знают. Не уверена, что они согласятся. Главное, их найти. Так где искать? В Мидгарде. Но если Атрей в Асгарде, без большой армии его не вернуть. Нужно ее собрать. Да, только большой войны нам сейчас и не хватает. Паренек не глуп. Может, если дать ему немного времени... Ты и сам не без греха! Ты поощрял его заблуждение, его глупость! Я не хочу войны. Но если Один отнял у меня сына, я готов пойти на все, что угодно! С тобой давно все ясно, Кратос. Но ты, Фрея... Сразу начинать с войны? Это на тебя не похоже. Надеюсь, Норны поведают тебе все, что нужно. А мои советы вам больше ни к чему. Тюр, стой! Сейчас неподходящее время для ссор. Прошу тебя, сядь. Почему молчишь? Удивляюсь, что ты решил обратиться к будущему. Но пока твое чутье тебя не подводило, отыщем Норн. Кто я такой, чтобы ему советовать? Я лишь хотел помочь мальчику найти ответы, и не преуспел. Что я должен делать теперь? Тюр, у тебя во всем этом главная роль, как и всегда. Потому Один и бросил тебя в темницу, он тебя боится. Очень в этом сомневаюсь. Но это так. И не только из-за пророчеств. Никому не удавалось больше объединить миры так, как тебе. Но я уже не тот, кем был тогда. Сейчас ты считаешь, что это так. Мне тоже случалось терять себя. И не раз. Но поверь, есть вещи поглавнее этого. И что это? Цель. Цель направить тебя, чтобы ты нашел себя вновь. Предлагаешь мне смириться с судьбой? Возглавить армии, развязать войну ради твоей мести? Если не хочешь помогать нам восстанавливать справедливость, найди себе другую цель для твоего же блага. Болит? А это только когда волнуюсь. Как Атрей мог попасть в Асгард? Извини, но с этим вопросом к Одину. Он ведает обо всех путях. Я знаю, какого ты высокого мнения о наших познаниях в этой области, и жаль тебя подводить. Но он во всем опережал нас.
замок можно открыть, не повредив книгу? Эльфы из лагеря Фрейра хотят ее прочесть. О, запертая книга? Как интересно. Да на эльфийский замок интригующе. Я передам ее твоим друзьям в Анахеме с приветом от тебя. Милая парочка. Когда соберешься искать Норн, я с тобой. А пока просто жду. Постой! Я кое-что для тебя припас. Синдри! Иду! Прежде чем ты убежишь на подвиги, вот возьми. Думаю, ты по нему соскучился. Ну ладно, давай уж без такой бурной радости. В общем, не за что. Я взяла все, что нужно, чтобы найти Норн. Идем. Дорогая Нитка, дорогая Нитка, где Нитхёк? Же ты? Думаю, эти события нам еще аукнутся. Белка. А, господин Кратос, прошу прощения. Исчезновение дорогой Нитхёк занимает все мои мысли. Она твоя подруга? Не столько подруга, сколько давняя соседка по древу. Обитала здесь еще до моего прибытия, а с тех пор прошли века. Как представлю, что она не может добраться до своих малышей? Ужасно, просто ужасно!
уверены, что Атрей не в Мидгарде? Я только что оттуда, ни следа. Если Один позвал его, то, скорее всего, помог и добраться. Нет, это не единственное объяснение. Скажи, где искать этих Норн? Я нашла у Ледяного озера несколько их нитей. Одну прихватила для колдовских дел. Она поможет нам их найти. Только они очень не хотят, чтобы их нашли. Ну, наконец-то нам придется чуть попотеть. Возьмем твои сани и отправимся к озеру. Мидгард. Я скучал по ледяному ветру и вечным атакам налетчиков. Они верят, будто Кратос виноват в приходе Фимблвинтера, и если его убить, все закончится. И откуда только они взяли эту идею? Конечно, от меня. Конечно!